Новый беспилотный летательный аппарат «Буревестник» в этом году поступит на вооружение белорусских спасателей. Сегодня машина отечественного производства проходит последние испытания. Новый беспилотник может улетать на 300 километров от центра управления без потери радиосвязи и передавать снимки местности в режиме реального времени. Планируется, что «Буревестник» будут использовать для быстрого обнаружения пожаров, контроля госграницы и даже для борьбы с браконьерами. А благодаря видеозаписи в высоком разрешении можно рассмотреть мельчайшие детали происходящего над землей. В настоящее время уже выпущено около 15 различных типов летательных аппаратов. Дополнительно к ним еще 4 летательных аппарата поставлены на экспорт. И в этом году готовятся поставки еще около 8 аппаратов на экспорт. Новым летательным аппаратом уже заинтересовались российские коллеги. О разработках и перспективе белорусских беспилотников смотрите сегодня вечером в «Панораме».